Как дела? Очень круто. Ну давай, расскажи нам, в чем ты одета сначала. Я даже не успела сегодня быстренько приобрела это платье, не успела посмотреть и отрезала бирки. А как ты обычно выбираешь себе наряд? Я предпочитаю вечерние платья, где там Джонни Пэхэ, Макдональдс, ну и тому подобное. Это все голливудские бренды для красной дорожки. Я думаю, сегодня соответствует. На ногах Хлоя. Шорты мой собственный дизайн, рубашка Селин, ну и там сумочка валяется Селин. Сумочка валяется. Да, и часы под мамой. Люди в Украине одни из самых модных, да, любят одеваться, да, красиво. Да, например, да. Сегодня на тебе что? Я имею в виду в брендовом понятии, давай так. Блю-ма-рин. Блю-ма-рин. Спрашиваю быстро. Отвечаю немедленнее. Ты довольна выступлением «Казаки»? Да, конечно, потому что подобных им нет, и это факт. Но я слышал твои комментарии о том, что это неправильные каблуки, у них должны были быть еще выше каблуки. Да, мне показалось, что они были сантиметров на 10 ниже, чем на показе «Дисквайрет». Но, возможно, мне показалось. Вот твои каблуки сколько сантиметров сегодня? 15. Какая-то особая фирма? Kinzo. Kinzo. Откуда же деньги в Украине? Корай! Yes, это я. Ты являешься одним из модников Одессы. Да. Все в Одессе говорят о том, что есть вот такой человек, который всегда одевается очень экстравагантно. На нем всегда что-то блестящее. На нем всегда есть заросель. Да, да, да. Непосредственная. Хорошо, смотри, обычно, да, вот мужчины в Украине боятся одевать... вот, да. Вот как ты, вот ты вот сегодня в красных джинсах потертых. Тебе комфортно? Мне всегда комфортно. Надо всегда разное что-то сделать. Как тебе, видишь? Да, я бываю разным. Специальная рубрика для бородачей и для бородатых грудей. Как ты относишься к фэшну? Фэшну? Ты придерживаешься какой-то тонко отдельному стилю? Диеты. А? Диеты в одежде. Диеты в одежде. Да, я стараюсь не носить лишнего. Получается? Нет. Magic people, fashion people, прости, наступил тебе на ногу. Наконец-то встретил хоть одного человека в бабочке. Я старался быть похожим на тебя. Да ладно. Нет, ну, я набрался сейчас. Я давно думаю, что я родился в 50-х. И мне кажется, что это имеет смысл сейчас снова вернуться к тем корням, и к правилам и к традиционности, как тогда. Ukrainian Fashion TV. Модные люди – это еще и умные люди. We'll be right back.
считается не модой, а теми немногими, кто ее создает. Вроде бы это сказала Коко Шанель. Следите за Ukrainian Fashion TV.